Мы с педагогическим отрядом «Родник» тщательно готовим базу лагеря. Оформление под тематику смены задает начало для новой истории, в которую нам еще предстоит погрузиться. Все комиссары «Родника» горят своим делом, поэтому с каждым годом появляется все больше и больше новых идей. Все участники смены – талантливые старшеклассники из Владимирской области, и каждый из них смог выбрать занятие по душе. Важная особенность каждой смены – дневные школы. Они не похожи на рядовые занятия и проходят в формате игр и дискуссий. В этом году ребята смогут пройти 8 образовательных курсов. Среди них медиа, медицина, театр, фото, дизайн, туризм и культурология. В этом году я решил для себя выбрать школу театра, потому что думаю, что там я себя проявлю. В прошлом году ходил на школу физики, потому что физика для меня очень интересный предмет. А еще до этого ходил на школу дизайна. Я каждый год возвращаюсь сюда за атмосферой того летнего чуда, которое я получаю здесь. Невозможно забыть первый костер, то, как искры от него поднимаются высоко-высоко в темное небо, и волшебный запах сосен. Каждый из нас, каждый из искателей помнит свой самый первый август и очень трепетно относится к этим воспоминаниям. Гореть самим и зажигать других – девиз педагогического отряда «Родник». Он один из самых опытных во Владимирской области. Новая смена в Ковровском искателе завершится 28 августа. В ней примут участие 235 старшеклассников из нашего региона.